Друзья, друзья! Слышите, кто слэм сейчас разводит? Заводите его обратно. Заводите обратно. Все нормально, сходите в центр. Итак, а теперь я попрошу весь зал сесть, потому что это будет очень лайтовая песня. Сесть все. Если вы не сядете, сзади человеку будет не видно, поняли? Поэтому просто сядьте. Все, 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 весь зал, вы тоже, и вы. Все, все вниз. Тот, кто... все правильно, да. Садимся, садимся все. Я подожду чуть-чуть. Друзья, в центре на пуле вы стоите, давайте, садитесь. Вот. Уже лучше. Садись, брат. Ты тоже. Садись, садись, садись. Итак, сейчас будет самая душевная песня за весь сегодняшний концерт. Вы готовы? Вы все знаете слова, вне зависимости от того, знаете ли вы, кто я такой. Потому что песня звучит как «Коля, Коля». И более того скажу, как мы делаем на моих концертах, давайте сделаем сейчас. Рядом с вами наверняка находится человек, ну, слева или справа, которого вы не знаете. Но это не важно. Просто обнимитесь всем залом. Просто обнимите человека справа, слева. Это не сложно. И, возможно, вы станете охуенными друзьями после сегодняшнего концерта. Благодаря этой хуйне, вы поняли? Я Лида, и я создаю дружбу и любовь. И сейчас мы это докажем. Представьте, что мы все сидим возле костра, а я заводила с гитарой. Поехали! Соболев такой, ты Коля, самый лучший в мире блогер. Никогда не пьет, а будет той. Мой любимый Коля, я хочу, чтобы ты был всегда со мной. Под луной гулять с тобой за ручку, это моя мечта. Вот теперь можете вставать, друзья. Украли телефон. Кто украл телефон, верните, типа он здесь. Поднимите руку, кто украл телефон. Вот, посмотри, там вот люди украли. Я не знаю, брат, честно, кто украл. Я узнаю. Я разберусь. Ребята, после концерта я пойду в зал каждого смотреть его телефон, хорошо? Я буду каждого из вас лапать. Я буду каждого из вас трахать. Но сначала я трахну вас на сцене. Вы готовы?